потеря веса и увеличение аппетита. Так что будьте предупреждены, следите за своим здоровьем. У пункте здоровья прадпрыемства «Гефест Техніка» у гэты дзень незвычайна шматлюдна. Жадаючых побач з працоўным месцам праверыць узровень у крыві глюкозы, атрымаць кансультацыю эндакрынолагаў шмат. Наши работники с удовольствием принимают участие в этой акции, проверяют наличие глюкозы в крови, получают квалифицированную консультацию эндокринолога. Такие акции необходимы, они просто экономят время, экономят денежные средства наших работников. Акция «Разом супраць диабету» на «Гефест Техніцы» примеркована до Сусветного дня здоровья и проходила у межах проекта «Здоровый город». Организатор – Зональный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Головная задача – притягнуть увагу населения до проблемы диабету. Масштабы распространения на планете этой коварной хворобы наблизились до эпидемичных. Головная погроза – другий тип. Самое главное во втором типе диабета – вовремя отследить уровень глюкозы, чтобы его скорректировать с помощью правильного питания, правильного образа жизни, сочетания движения и отдыха и принятия определенных мер и препаратов. Диабет, говорят, даже не болезнь, а образ жизни. То есть, если человек знает, что у него есть сахарный диабет, то главное правильно скорректировать свой образ жизни, чтобы максимально качественно продолжать жить. Попередить – значит узброить. Акции проекта «Здоровый город» протягиваются. Менавіта проблема диабету станет основной темой сёлетнего Сусветного дня здоровья. Алиса Григорчук, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».